Правильно ли я понимаю, что нельзя размещать на канале продающий контент, а где его нужно размещать, на сайте, ВКонтакте? Если ваш канал создан с целью перенаправления зрителей на другие ресурсы, ну там это может быть сайт, там группа ВКонтакте, то ваше видео заблокируем, там, да, удалим, а канал заблокируем. А как это работает, чтобы вам было понятно? Что такое YouTube? Это, ну, социальная сеть. YouTube – это некое сообщество, это сайт. У него есть определенный адрес, и как вы, то есть YouTube – это сайт, правильно? А теперь смотрите, представим, что вы владелец YouTube. Кто-то приходит к вам сюда, в ваше сообщество, на ваш сайт и говорит: «Эй-эй-эй, у нас там все хорошо, а если надо подробности, приходи сюда и смотри здесь». Вы поначалу это, ну, подумайте, мало ли там, может, не там, да? Но когда он будет постоянно отсюда загонять себе сюда, либо к себе на сайт, либо к себе группу ВКонтакте, то, что подумает YouTube, скорее всего, он вот эту часть закроет. Но он же не будет с вами там воевать. Я не думаю, что у вас там такой супер-мега популярный контент, что YouTube что-то... Ну, то есть, поначалу он сделает так, чтобы ваши ролики меньше показывались в рекомендованных и в поиске. Почему? Чтобы вы не... Ну, он же не совсем дурак, чтобы отдавать вам много трафика, а вы этот трафик будете давать себе. У YouTube есть своя рекламная сеть, называется Google реклама. И если вы хотите что-то на YouTube рекламировать, то будет хорошо, если вы будете рекламировать и часть денег отдавать YouTube. Потому что эта вся история принадлежит YouTube. Это все сайт. Не надо думать, что YouTube вам что-то должен. Все, что размещено на YouTube, принадлежит YouTube. И вы просто размещаете этот контент у себя, ну, свой, на YouTube. И если вы с чем-то не согласны, покиньте YouTube. Потому что вы принимаете на себя обязательство то, что вы не имеете права вообще никуда жаловаться. То есть там вот, если вы прочтете соглашение ваше, как пользователя YouTube, то вы будете очень разочарованы. То есть, по большому счету, вы никто звать вас никак. И отсюда следствие того, что если вы нарушаете правила социальной сети, вас заблокируют. Но при этом YouTube очень поощряет то, если вы будете с Facebook, на Facebook давать свои ссылки на YouTube ролики. То есть репостить свои ролики в эти социальные сети. Но тут другая проблема. Эти социальные сети не очень хорошо относятся к таким вот делам, потому что у них есть свой видеохостинг. И мы учим вам, показываем, как размещать эти видеоролики на этих видеохостингах. Ответ на ваш вопрос. Вся реклама на вашем канале – это очень индивидуально. Нельзя вот прямо так сказать однозначно, что это делайте так, а так не делайте. Именно поэтому создан клуб 100 по 100, где мы об этом и говорим, рассказываем и индивидуально это все показываем. Друзья мои, только там и только так.